В лицо мерзавцам нужно говорить отрывисто и четко. Вся сегодняшняя культура слабоумная, шамкающая кокотка. Куклукс-клан в камуфлированных балахонах. Вот сегодняшние артисты. Это даже не двойные агенты, а просто декаденствующие фашисты. Поэтишки дышат сахарной пудрой и виски. А в это время в Сьерра-Леоне дети лакают вонючую жижу из собачьей миски. Художнички прикидываются безумствующими башками. А в это время в Афганистане беженцы трясут своими сухими кишками. Музыкантишкам полюбилась на сцене похабная поза. А в это время в России люди дохнут от водки и туберкулеза. Для кого вы работаете, деятели культуры? Эхо отзывается, шуры-муры, для либеральной номенклатуры. Для кого работаете, деятели культуры? Для синекуры, для шуршащей купюры. Для кого работаете, деятели культуры? Для консервативной шкуры и буржуазной дуры. Вместо революционной культуры горы халтуры. Вместо бунтующей контркультуры горы институциональной халтуры. Кретины! Нужно работать для бедных людей и для недовольных студентов. Идиоты! Необходимо работать не для жирных ментов, а для их оппонентов. Болваны! Нужно работать для иммигрантов, бомжей и рабочего класса. Молодцы! Необходимо поднимать сознание тех, кого марксисты называют масса. Дураки! Революции необходимы сейчас артикулированные фигуры. Вот для чего вы нужны, избарахлившиеся деятели культуры. Вопрос, для кого вы работаете, это основа любой здоровой культурной диеты, на которой сидели Маяковский, Брехт и другие революционные поэты. Как сказал философ, вопрос о восстановлении истины в мире смогут решить вовсе не индивиды, испражняющиеся в зеркальном сортире, и не атомизированные толпы, изнывающие в спектакулярной апатии, а высокоорганизованный класс, добивающийся прямой демократии. Для кого вы работаете, деятели культуры? Для кого вы работаете, деятели культуры? Для кого работаете, деятели культуры?